меня да. выкинуло. Я все, ну, тут есть кнопка ускорения, нет? Ну я да. У меня обычно на shift стандартный, я вообще в управлении ничего менял. Я не только в управлении не менял, я вообще нигде ничего не менял. Мы захватили зону Си. А где кто из них идет? Футит, вот, господи. Я не хочу не сомневаться, я их подцепист. В смысле, Че такое это? Запинывай! Класс, этого. Меня убили. Че, не я тебя убил, нет? Я не знаю, кто. Задержка вот так. Люблю. Ты баба, что ли, играет? Какая-то баба бегала. Я джойстик. Говорю, баба играешь. Зона Си потеряна. В смысле потеряна зона Си? Против рыцарей, что ли? Мы в разных местах. Че на меня? Пошел. Слышь. Я сзади сейчас зайду. Что за тупая не видно? А, я упал в воду, все. Я отступал, отступал. Ты же против двоих, мне кажется, не знаю. Да против двоих. На нашем уровне. Я вообще теряюсь с братом. Иди так реально, но я не знаю. Я с одним-то теряюсь. Ой-ой-ой-ой, я оказался ниже двух. Что, опять? Меня убили. Да как так-то так быстро? Блин. Порезали нас, я говорю. Тобой не расходитесь. Смотри, 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 тоже такая. Устала. Бабешка. Раунд 3. Ну вот как-то меня вообще быстро убивает. Что-то я, видимо, не понимаю в этой игре. То есть как-то сложность АИ можно менять? Так, там боты, да, ну давай. На кулачках. А если боты будут топнуть, да? Да. Вот я... Там глубоко... Ну запинывай где-то. И так-то по эффекту не берутся. Благодарю. Ты не благодари. Своего поднял. И вот самое время поздороваться. Всем привет! Вы находитесь на канале Игровая Каналия. И как вы, наверное, уже догадались, данное видео будет по игре For Honor, закрытая бета, которая проходила буквально пару дней назад, и в которую мы вполне успешно поиграли с моим коллегой. Ранее вы наблюдали первые бои нашего первого запуска, когда было еще все непонятно, все непривычно, постоянно убивали, то и вот у меня, то одновременно двоих. И мы никак не могли привыкнуть к управлению. И проигрывали буквально каждый матч. То, что, собственно, вы и наблюдали чуть ранее. Мучения, правда, наши были недолгими. И игра закрылась на какие-то техработы. А вот уже на следующий день, поиграв чуть более 20 минут и немножко разобравшись в управлении, разобравшись в механике и прочем, уже стало не так сложно. И уж стало кое-что получаться. Первое убийство, первые победы и первые кое-какие заработанные награды. Кадры из некоторых этих боев вы сейчас наблюдаете на своих экранах.
И вот немножко информации об игре, которую мы бы хотели поделиться с вами. Итак, у вас есть три фракции бойцов. Это викинги, самураи и рыцари. А у каждой из вышеперечисленных фракций есть три типа солдат. Это тяжеловесы, которые с огромным топорищем или огромным мечом сминают все на своем пути. Легкие бойцы, которые очень быстрые, но с никакущей броней. И бойцы среднего класса, в меру маневренные и бронированные. Тяжеловесы будут доступны вам сразу, а вот остальных бойцов придется докупить за внутриигровую валюту, которую вы будете зарабатывать, убивая своих врагов и выигрывая матчи. Прокачивается каждый боец отдельно, и если вы вдруг захотите иметь в каждой фракции прокачанного солдата, то вам придется попотеть. Опыт боец будет получать по окончанию боя, вместе с различными шмотками и деньгами. Броню свою вы можете улучшать за счет разбирания выпавших и ненужных вам предметов. На вырученные на боях средства вы сможете покупать новых бойцов или специальные паки с одежды, в которых рандомно выпадает тот или иной элемент брони, элемент герба или что-то еще. Сама игровая механика, как только вы разберете что да как, становится очень простой и приятным в управлении. И чем больше вы осваиваетесь в ней, тем все больше и больше хочется играть. Смачное добивание полудохлого соперника вызывает бурю восторженных эмоций, как, впрочем, и возможность столкнуть соперника с моста, с обрыва или еще откуда-нибудь. На данный момент присутствуют три типа боя. Это дуэль 1 на 1, бойня 2 на 2 и сражение за территорию. В этом режиме сталкиваются 4 игрока с разных команд и небольшая кучка ботов с той и с другой стороны. И вам нужно будет захватить несколько точек и удержать их можно дольше. Каждый из этих режимов по-своему хорош, доставляет огромное удовольствие от игры. И наиграв почти 6 часов в бетке, я могу смело вынести свой вердикт. Игра получилась хорошая. Конечно, пока она не стоит своих 2000, на мой взгляд. Но посмотрим, чем нас порадует сингл, и сможет ли Ubisoft делать что-то достойное. А вот моего коллегу мультиплеер зацепил настолько, что он практически не раздумывая предзаказал себе игру. И вот теперь ждет не дождется 14 февраля, а именно в этот день выходит игра, чтобы по-нормальному справить день всех влюбленных. А не это, вот это вот ваше вот, цветы, там рестораны и прочая ерунда. Ну и всем нам осталось дождаться 14 числа, чтобы узнать, получился у них сюжетный режим или нет. Про мультиплеер мы уже и так все поняли, он получился. Получился очень даже неплохим. Мы захватили зону C. Так что если вам не жалко времени и 2000 рублей за предзаказ, а то и 3500 за там специальное издание, то смело покупайте. Удовольствие вы получите. Ну а на этом я буду прощаться с вами. Дальше еще будет идти футаж игры примерно минут 20, а может быть и 30. Если кому интересно, не переключайтесь, ознакомьтесь, смотрите. Также по этой игре у нас был стрим на нашем Twitch канале, ссылку на который вы сможете найти в описании. Там вы можете посмотреть наше видео, в котором мы более подробно говорим о каждом аспекте этой игры, более подробно останавливаемся на каждом режиме и рассуждаем над тем, будет годна эта игра или нет. Ну, а на этом, пожалуй, и все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами была Игровая Канале. Всем до новых встреч. Пока. Мы захватили зону С.
захватили зону A. Потеряно! Вы захватили зону Си! Потеряно! Захватили зону Си. Зона А потеряна. Yes.
захватили зону A. Зона C потеряна. Зона А потеряна! Вы захватили зону С! Зону С. Вы захватили зону А. Потеряна!
потеряна! Вы захватили зону A! Захватили зону С. Зона А потеряна. Зона С потеряна! Вы захватили зону А! Зону С. Ah!
захватили зону Си. Shimasu!